понедельник глава городской администрации Александр Кузьмичев проинспектировал ход ремонта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. В этом году работы предстоит выполнить в 37 таких квартирах. Всего на эти цели выделено 14,5 миллионов рублей. Эта пятикомнатная квартира в доме на улице Дюковской не ремонтировалась долгие годы. Использовалась фактически как коммуналка. Сейчас, когда прежние жильцы съехали, в квартире сделали косметический ремонт. Переклеили обои, постелили линолеум. Установили натяжные потолки и пластиковые окна. Теперь это современное комфортабельное жилье. Остались мелочи. В основном монтаж электрики. Возможно, эта квартира станет новогодним подарком для одной из ивановских многодетных семей. Все эти квартиры, они распределяются в соответствии с имеющейся у нас очередью, в том числе через для работников бюджетной сферы и педагогов, работников здравоохранения, работников культуры. Поэтому наша задача сегодня сделать так, чтобы муниципальные квартиры находились в нормальном состоянии. И вот те квартиры, которые мы ремонтируем, эта программа рассчитана на несколько лет. Поэтому мы продолжим и в следующем году ремонт муниципального жилого фонда для того, чтобы освобождающиеся квартиры распределять среди учеников.